Добрый день, с вами канал Малорама. Первый фрагмент, 28-я серия сериала «Три сестры». Тюркан взяла борозды правления в доме Карманов в свои руки и намерена показать место Мине. И ей больше нет места за одним столом с ними после всего, что она натворила. Несрин решила попросить прощения перед Садыком, но Садык уже подал на развод, и этот факт шокирует Несрин. Самер узнал правду, что Мустафа – внебрачный сын отца Азера. Разве можно, имея родную кровь, даже не соизволить дать ему его фамилию? Самер говорит, что Азер – самое большое его разочарование. Тюркан закроет Мине в ее комнате как пленницу. Рючхан не понимает, что Тюркан хочет добиться своим властным поведением. Мине угрожает Тюркан, что отправит ее в психбольницу. Но Самер защитит жену и уверенно скажет, что скорее Мине заберут, но уже в тюрьму. За то, что она погубила жизнь еще не родившегося ребенка. Неужели Мине сядет в тюрьму за содеянное преступление? Увидим в 28-й серии сериала «Три сестры», которая выйдет 29 ноября в 20 часов, ровно на телеканале Ди. На этом у нас все. Подписывайтесь.